И всем привет! Меня Александр Сучков, и в этом видеоролике это наша 7-я часть прохождения Warface. И вы не угадаете, но вначале мы будем опять открывать коробки, как я и обещал, коробки с Диглом. И возможно, хотя маловероятно, что нам выпадет золотой Дигл, но все возможно. Потому что у нас всего 1000 варбаксов. 1500, извиняюсь. Значит, у нас есть 3 попытки, чтобы получить Дигл. Но, я думаю, из этих попыток вряд ли у меня что-то получится. Ведь я столько уже этих коробок открыл, что вы даже не пересчитаете их. Так, ладно. Окей, мы открываем сначала 2 коробки, а потом 3. Но так как у нас шансы только на 3 коробки, значит, мы откроем сначала 2 коробки, а потом 1. И что из этого выйдет, мы сейчас узнаем. Покупаем 2 коробки. Нам они выпадают. Смотрите, все так крутится, выпадают нам 2 коробки. И покупаем еще одну коробочку. У нас остается 233 варбакса. Открываем, и, пожалуйста, выпади мне Дигл, хоть любой. И почему-то мне опять не выпадает Дигл. А выпадает 50, 350, 350. Синяя дымовая граната 3 штуки, синяя дымовая граната 1 штука, и синяя дымовая граната 3 штуки. Нафига они мне нужны? Я не знаю. Но я в прошлом видео прошел эту все-таки блиц-игру, а это значит то, что я буду сегодня играть во что-то другое. А во что вы сейчас узнаете? В нефтебазу. Нет, я пошутил. Я не буду играть в нефтебазу. Но я поиграю во что-то другое. И это будет... я не знаю, что это будет. Ну что, ну го, тогда тренировку пройдем, что? Да, потому что у меня на канале не было никогда тренировки. Так, у нас опять наша штука, которую мы стреляем всегда. Так. Я всегда играю без веб-камеры, это круто. Так, мы набили. И сейчас... так, окей. Давай-ка. Ладно. Так, вот мне выпал какой-то сервер. Кто хочет играть в эту хрень под названием тренировка? Так как я уже не стал тащить, я подумал, а почему бы мне не потренироваться в стрельбе? Ведь полигон — это же такая маленькая часть вообще, по идее. Поэтому я решил пройти тренировку. И, наверное, это будет что-то веселое, так как здесь есть все парни, которые офигенно какого ранга, а я такой маленький. Офигеть. Но, наверное, я все-таки профессиональнее, чем они. Ну, точнее, так кажется мне. Но мы это проверим, ведь ранг — это не главное. Ну, точнее, мне так кажется. Ладно, ожидание сервера. Окей. Так. Сервер ожидается. И что нам сейчас выдаст игра? Затащим мы или нет? Ну, вообще, это и так понятно, то, что мы затащим. Окей. Ну, я так понял, то, что мы все-таки затащим, а это значит то, что мы затащим. Ну, потому что тренировку вообще невозможно не пройти. Ну, я не знаю, кто вообще не проходил тренировку. Это, ну, нереально. Это же тренировка. Это даже не легко, не сложно, не профи. Это тренировка, она без сложностей. Там проходить-то нефига. Я понимаю, там вулкан проходить на профи. Это реально сложно, когда там с одного выстрела тебя сразу убивают. О, парень похож на меня. Так, ладно, что она сегодня выпала? Нифига она мне выпала. Так, окей. Ладно. Давайте. Кто у нас тут в команде? Ладно. Я опять играю всегда за штурмовика, потому что штурмовик круче всех. Вы не поверите, но это правда. Так. Вообще, я задумаюсь над тем, чтобы поменять название видеороликов. Типа, там, играю за штурмовика, играю за снайпера, играю за инженера, играю там, например, за медика, я не знаю, или за кого там еще можно играть. За штурмовика и штурмовика.
Ну почему я не могу так стрелять? Я не понимаю, лагает. Да, я точно понял то, что я не умею стрелять. И это выглядит тупо. Так. Ладно, я еще смогу затащить. Беги. Блин, я в своего попал. На профи я бы его убил, но не здесь. Ведь это тренировка, и это все легко здесь. Так, дальше. Окей. Еще одного в хедшот. Ну почему? Так. Ладно. Что нам еще выдаст игра нам тут? Бежим сюда. Пробегаем здесь. Почему я не могу его использовать? Это ведь такая крутая вещь. Ребят, кто заметил здесь смайлик? Вот прикольно, да? Такой турель. Например, на профи играешь, еле прошел этого пулеметчика, и вдруг подходишь к пулемету, а там смайлик. Это же весело, ребят. Вообще-то нет. Так. Ладно, сетевая атака опять. Из этой игры. Ладно. Чел, зачем тебе туда? Смысл? Смысл тебе идти туда? Там нет смысла делать вообще никакого. Блин, почему не в хедшот? Я не понимаю. Так, хедшот, круто. Вот этот точно дебил! Он попал на YouTube, который просто тупо на... блин, на тренировке, короче, он проиграл. Да, это тупо выглядит. Вот тупо выглядит то, что я не смог врага убить. Убил хедшот, yes, да. Это веселее, чем играть на профи, когда у тебя заканчиваются патроны, и ты ничего не можешь. Так, окей. Ладно, контрольная точка. Убегаем. Так, убегаем, убегаем, убегаем. Так. Бегу дальше. Да почему я не успеваю их убить? Почему? Так. Еще один. И еще один. Так. Окей. Блин, ну почему? Это мой шанс. Yes! Все? Или еще будет? Видимо, это все. Ну что ж, побежали дальше. Так, меня никто не гонит. Я побегу медленно, чтобы успеть убить всех врагов. Да. Это лишнее. Одни хедшоты у ребят, молодцы. Тащит. А я двоих убил. Так. Да почему граната-то? А, ладно. Тоже нормально. Тактика. Но последнего штурмовика убил я. И это... круто, наверное. А может быть и нет. Короче, хрен его знает. Тренировка это тупо, да. Надо было начать что-нибудь такое интересное. ПВЕ задание. А не эту тупость. Ну давай, активируй. Блин, не успел. Ну ладно. Так. Ну чё вы не даете мне выстрелить? Я же-то хочу это сделать. Я хочу в кого-то убить, кого-то выстрелить. Блин! Да, выстрелил. Спасибо. Ее в хедшот издалека, я профессионал крутой, да. Ей, еще один хедшот. Почему-то издалека я реально круто стреляю, а вот... вот, как всегда, я почему-то не могу попасть. Давай, патроны, чел, давай. Мне они же так нужны, блин.
под конец миссии. Да кто меня палит-то, я не понимаю. Смысл? Так, ладно. Мы, в общем, прошли. Это, конечно, было весело, прикольно, и весело, и все. Ну, а что я вам могу сказать? Это то, что мы опять проходим тренировку. Я так хочу. Да. Это выглядит тупо, но я начну заново. Потому что так захотел я. Короче, ладно. Опять мы играем в тренировку, и они сейчас выйдут, потому что уже они прошли ее сегодня. Так. Ну, в общем, давайте сейчас посмотрим, что у нас тут выпадет. И получу ли я этого сержанта, или кто он там был-то? Получу я этот ромбик или нет сегодня? И нет, я его не получил. Это тупо. Так, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. И подписывайтесь на мой канал Нубас 2. В общем, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока!